Ереван и Баку восстановят движение по железной дороге. Армения вновь запустит поезда в Россию. Также ветку протянут в Иран. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян после трехсторонней встречи в Брюсселе. Переговоры состоялись накануне. В них участвовал азербайджанский президент Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель. Как заявил Алиев, лидеры стран договорились построить железную и автодорогу в Нахичеване. Но маршрут трассы пока не определили. Брюссель представит двум республикам экспертную помощь в вопросе определения границ и платформу для экономического сотрудничества, отметил по итогам встречи Мишель. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на азербайджанские СМИ, по окончании этой трехсторонней встречи Пашинян и Алиев поговорили тет-а-тет впервые с прошлогодней войны в Карабахе, но содержание этой беседы не раскрывают. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.